хочу наконец-то приобрести себе кобру. Посмотрим, что это получится вообще. Хватит на страховку. Я точно знаю, что мне уже хватит. Ох, кстати. Я решил поменять стандартный цвет интерфейса. Это больше всего вот это понравилось. Наверное, я в полете. Так. И уже 440 000. Опыт у нас 360. Ну, по крайней мере, на саму трубку хватит. Так. Главный момент. Помнить, что я. О чем я остановился? Так, ну, хотя бы задание оставлено. Я вот просто еще думаю, что если. Ну, в идеале, наверное. Если куплю покупать, нужно где-то. Оставлять же мой текущий корабль. Не хочется его бросать. И вот самый интересный вопрос, что наверное, нужно уже как-то станцию где качать или как правильно ее назвать. Убирать ее. Ну что? Там вот. Система уже очень далеко, 50 лет. Вот рядом, где я начинал. Улетел, просто брал все ваши квесты. Смотрел, где что находится. Здесь вот какая-то метка, я честно. Хотя бы
следующую систему. Ну, кстати, в обратную сторону. Может, это и неплохо в конце-то концов. Ладно. Думаю, залечу по дороге. Так, опять взять задание. Не забыть взять задание, а то... Прилететь 30 световых лет, а потом понять, что я забыл взять задание. Опять. Очень плохо. Все, надо видеть. Frameship drive charging. Warning, temperature critical. Заправиться. Есть. Отлично. Все. Можно лететь спокойно, значит. Frameship drive charging. Ну,
Планетки. Интересно выглядит вопрос, насколько это будет требовательно, насколько это будет лагать. Честно говоря, не знаю, даже не смотрите, сейчас. Тем более с того этого корабля вылетело. Что интересно с ним сервере Майнкрафта или бесплатный приват. Еще нужно будет разобраться, какое вообще оборудование ставить на эту кобру. Найти ее. Немаловажный такой момент. Где-то чуть выше. У меня еще один нужен. Frameship drive charging.
Так, если не ошибаюсь, в системе я бы не забрался. Смотрю, волк решил поиграть в мод волк. У меня только старые есть. Давно в нее уже не играл. Пошел компанию, кроме скорпиона, на этом все не закончилось. Что? Нет, спасибо. Сейчас приземлюсь. Ладно, сяду на станцию. И альтанусь, секундочку. Нашел какие-то обломки. Это вообще не было. Кстати, интересно, у нас стрим нормально звук? Или музыка и игровые звуки сильно громче, как бы. Тоже нужно будет проверить с посадки. Так, ну, главное, что нужно это тут заправиться.
Так. Теперь что будет? Как-то сильно запаздывает. Так, ну, вроде бы со звуком теперь стало, должно стать, по крайней мере, все более-менее нормально. Cry for me, спасибо, что сказал про звук. Я не стримлю ни через одну из этих программ. У меня в описании написано, что я стримлю через Shadow Play. Слышно плохо, в принципе, по одной простой причине. Я поднимал сильно звук себе, когда играл один, и просто об этом я забыл. То есть я поднял настройки, поиграл для себя, зашел на стрим, а включил и забыл. Все намного проще. Заправился. Угу, заправился. Смотришь. Кобра здесь есть, но я уже заключу контракт, надо долететь. В первую очередь. Так, вот этот момент как раз поворот вот всей этой мишуры нужно сейчас проверить по звуку. Так, вот этот момент как раз поворот всей этой мишуры нужно сейчас проверить. Так, все. Все слышно, все хорошо в этом смысле. Даже, я думаю, эффекты можно сделать еще немного потише. Так, звук. Джонс. Угу. Так, все. За... В этом смысле, чтобы следить за чатом в Shadow Play, у меня нет никаких проблем. Потому что по... Скажем так, рабочая необходимость, у меня два монитора. Та! Люкси. Поэтому в этом смысле у меня все элементарно. Трансляция на втором мониторе. Там же у меня Skype, чатик и все остальное. Так что Cry for me как-то так. Все-таки я уже, в принципе, ОБС ставил. Можно сказать, ленивым, наверное, человеком назвать.
но как-то вернулся в итоге к Shadow Play. Здесь, конечно, функционала сильно меньше, качество и влияние на производительность практически нет у Shadow Play. Ну, имеется то про влияние на производительность. А, ну ладно, как у меня. Извини. Просто народ просил поднять качество. Потому что совсем было плохо видно. Именно текст. Ну спасибо, что сказал про звук. Удачи на работе. Так, забыть. Блин, я все время учусь сразу. Красота. Ну, почти добрался до места. В принципе, даже можно попробовать. Это что? Что там? Доворачивайся. Два даже. Огонь из орудий, уровень 1. Можно, в принципе, сюда и вывалиться. Доставка терпит? Да, доставка терпит. И ни про какую срочность мне пока не писали. А если уж бонуса нету за скорость? Да! Вот, появилось. Ну, поздно, ребята. А, вот вы, новичок. Чё? Здесь, кстати, федералы-то есть? Да, союзные полицейские силы есть. И как, стрелять собираются друг друга? Ну, федерал открыл гнезда, значит, и мне можно. Давайте какой-то попробуем сделать. Target shield offline.
снижает ее маневренность немного. Сильно оружие переброшено. Target shield online. Блин, надо перебрасывать больше на двигатель, а то это... Интересно, там нашел, но нанес вообще урон. О! 91% двигателя всего. О, все. Target destroyed. Так, что мне там пришло? 12 минут осталось. Ну, в принципе, успею нормально. Уже успею материальчики немного пособирать. Cargo scoop deployed. Наверное, вот этот сберу и хватит. Надо идти и выполнять контракт. Только заметил, что тот человек, по которому я стрелял, ладно, NPC, жаловался на то, что у него теперь корпус поцарапан. Но у него не только корпус поцарапан, он себе хороший. Так, все, пора тормозить. Даже не знаю, может попробовать найти себе кобру в стартовой системе. Чтобы не мучиться этой проблемой выбора, куда начинать, куда лететь. Все равно это ничего не знает. Да, много чипанет, кстати говоря. А в этом поясе наверняка есть какие-нибудь места добычные. Здесь... Да, есть. Можно там попробовать пофармить немного кредитки. Как у нас называется? Да, здесь тоже кредитки. Ура! В виде кредитки. Так, все, почти долетел. Так, 8 километров, так, 7,5. Площадка 12. Ну, где-то в центре она должна быть. Если так, то очень даже неплохо. Touchdown.
главное влезть в рамочку. Седьмая вот туда, где-то в центре. Кстати, чаще всего меня почему-то отправляют на 14-ю площадку. Не знаю, от чего это зависит. Landing gear deployed. Ну все, можно сдавать задание. И вам привет. Хорошо, здорово, МПС на станции. Так. Успел, накинул сверху. Хорошо. Тут тоже у нас кобра есть. Может сейчас даже взять, без понятия, нет, пока не буду. Так, карта галактики нужна. Хочу все-таки к началу вернуться и поискать там кобру. По-моему, вот это вот на самом деле начальная система. Нет? Ну ладно. Здесь есть космоверх. Да. Ну вот будет пока моей целью вот эта система. Так, у меня осталось в лучшем случае 1 час. Окей. Кстати говоря, я не могу ничего продать. Никаких данных. Могу. Даже неплохо, ну, 5000 почти. Ну, это все звездочки. А то сейчас же хочу в планетарный пояс астероидов слетать. А уж, ну, 5000, это, конечно, немного. Но все равно не хочется их терять. Так, окейшки. Сюда отправляемся. Кстати, а уровень в системе какой? О, уровень безопасности, точнее. Высокая, ну, пойдет. Так, ладушки, куда? А, не видно с планеты. Мешает фактор 8. Пробивная масса. Ну, видимо, потому что вот этот корабль рядом. 4, 3, 2, 1. Надо по дуге как-то обогнуть. Гарик73, привет тебе на стриме. Так, что там? Прикольно сайда поглядеть. Дем. В смысле. В принципе, наверное, могу уже принципе больше заворачивать. Нет, наверное, еще не могу там из-за колец выбит. А вот так повернусь, будет лучше видно. Красота. Правда, вот именно кольца кажутся каким-то слишком мыльными, что ли. А так все нравится. Так, все, пора сбрасывать скорость. Главное, чтобы не выбило раньше времени.
Так, все, добрался. Так, что там местная связь? Отчет по сектору. Полезных ископаемых не осталось. Улетаю. А он уже копает. Что-то не похоже на боевые лазеры. Там открыл орудие в орудийном отсеке, поэтому наверняка там будет чем заняться. Вот, наверное. А, нет, федеральный агент в розыске. А это кто? Фрагмент серебро. Ага, да, он начал перестреливаться. Да, вот. Мой клиент. Точнее, клиент полицейских сил. Но я могу помочь. Видите, он. Чего, уже все? А, нет. Где пропал с радара. 6 метров. Он, видимо, еще один подключился. Да, связь полицейской силы. Target shield offline. О, щиты у него вырубились. Отлично. Попадаю с такого стола. Да, попадаю. Не часто, но попадаю. Ракеты пошли в ход. Сильно он полицейскому не солил. О! Target destroyed. Incoming message. Неплохо. Повысил ранг. Теперь я в целом безвредный. Большой кораблик, мне говорили стрелять по модулям. Давайте грузовой люк попробуем вынести, почему нет. Собственно говоря, вдруг у него есть что-нибудь хорошее, но тем более, иначе зачем он летел в бой с как раз вот эта анаконда пишет: урон слишком велик. Нет, все плохо. Ну конечно, урон слишком велик, у него даже ракеты шли. 13% осталось. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, все. То 41 000, да вы шутите? Охренеть и не встать. Блин.
Там, кстати, тоже какая-то заварушка, смотрю, вроде бы идет. Так, в кого все стреляют? Что-то там очень много кто в кого стреляет, раз на то пошло. Может, вот этот? Нет. Да, вот козявка. Да, наверное, Патрик Драго вот этот. Да. Крыло. О, вот это уже страшно. Тут как-то много, в принципе, получается противников. Потому что крыло... А, не крыло, кстати, полицейский не в крыле. Блин, где? Вот он. Присоединюсь к заварушке. Так, блин, столько полицейских, что вокруг в них не попади. Ну, мне кажется, быстрый конец придет, потому что раз, два, три, четыре, пять полицейских истребителей и один кораблик сильно побольше. Сюда сопровождение, критическое повреждение систем. Там еще валялся незаконный груз. Я думаю, может быть, это был какой-то незаконный конвой. Или контрабандист. Еще вариант. Так, еще 75 тысяч. Да, все незаконно уже собрали. Там еще что-то есть. Удачно я очень сюда залетел, очень удачно. Главное найти. Так, где-то вот здесь. Так они дымят сильно. Полицейские силы. Зашел. Вон куда они отлетели. Так, судя по всему, вот это вот мишенька. Да, опасный. Target shield offline. Ну, уже щиты вынесли. Что-то ему как-то очень сильно наваливают. Тут успеть бы до его смерти долететь. Давай, давай, мне нужно продамажить, чтобы нету что ли награды. Ух ты ж, чуть не налетел. Ну у нее мужа хана. Еще 60 тысяч. Там происходит добыча. Посмотреть бы пока, как он со стороны выглядит. Хочется этим заняться тоже. Там есть заварушка.
Не. Ну и здесь еще есть пара точек, где что-то происходит. Например, вот здесь как-то очень много кораблей в одном месте скопились. Где-то там. А, не корабли. Эх, это модули всякие. Материалы. Хотя сколько заработал-то прилично, может и хватит. Вау! Почти 350 тысяч. Это мне еще на одну кобру хватит. Надо же. Ну тут очень много. Самарий. Да, полицейский он пока просто кружится вокруг. Еще надо идти на станцию. И мучиться. Кораблик. А, кстати, это скаут. Так, ладно. Одну какую-нибудь станцию ближайшую смотаться. Scan detected. Мне нужно выше подниматься. Чем они капсом пишут? Союзные силы. Frameship drive charging. Отличу чуть-чуть от планеты кольца. И буду заворачивать на станцию. А! Здравствуй! Это как слишком близко? Ну нормально было. Вот, почти перпендикулярно. Должен же вылететь отсюда. Давай. Неужели лес смог лететь? Наконец. Где-то через пару минут буду на станции. Думаю, уже можно заворачивать, уже почти отлетел от планеты, лет ее колец. Поздно источник сигнала. Что там? Огонь из орудий. Ух ты, уровень после 4. Нет, спасибо. Я, пожалуй, как-то перебьюсь. Не знаю, может сесть на планету.
Хотя грузовой отсек всего на две ячейки, смысла, даже если найду что-то, то вряд ли я это смогу с собой забрать. Так, добрался до станции. Большую пачку денежек на свой счет. И можно лететь ближе к стартовой системе и искать там где-нибудь кобру. С этой концов. Эх, вопрос только, хватит ли и на оборудование. Хоть какое-то. Там вроде бы вместе с коброй хотя бы стоковое оборудование-то предлагается, но посмотреть как-нибудь на свой вкус, что-нибудь подобрать. Да, я налетел назад, буду Так, что вам нужно? Контакт. 337 000. Красота. Теперь точно я могу спокойно кобру покупать и радоваться жизни. Что будет входящее сообщение? Что там именно? Добрый день, командир. Рад вам сообщить, что репутация фракции Альянс повысилась до доброй. Нормально. Это что? Джус Батилов повысилась до доброй. Что? А, это, наверное, в этой системе с какой-то конкретной фракцией. Да? Как система называется? Да, в этой системе. Отлично. Так. Повоевал, но мне как-то, наверное, даже ремонт не нужно проводить. Да? Мне ремонт не нужен. В принципе, все. Можно лететь по маршруту. Запланированное место. И буду там пытаться себе взять кобру. Как минимум сегодня хочу ее купить, посмотреть, что у нее оборудование. Нет, все-таки тряслось. Станцию, чтобы на курс выйти. А чтобы ничем не звездануло вращающаяся станция. Больше всего хочется себе поставить, наверное, топливозабор. Наконец. Чтобы было не две единицы для груза. Еще интересно, сколько стоит гараж и ровер. Все-таки на планетах я более-менее понял, как там делать. Туда высыпаться уже нормально, собрать весь груз, или там два ящика, которые только тебе влезут на корабль. 4, 3, 2, 1, на что хватит? Там сколько? По-моему, не страхование, как это называется. Идем. Так, да,
Вернулся, да. Так, 10%, по-моему, страховка. Ну, округлим, ну, где-то, допустим, 350 кобра. Я не помню, сколько он точно стоит. 19 умножаем на 10. 30, ну, 35 тысяч, это точно на страховку не найдется. Начинаю немного сомневаться, не хватит топлива тут долететь-то. Да. Тут уже последний прыжок остался. Крейпшип драйв чарджинг. Независимая система. Активные режимы. 4, 3, 2, 1, engage. Видно, пролетающие мимо звезды. Но, по-моему, странно, что не видно звезды, к которой ты летишь. Бог такого цвета. Здесь точно есть космоверфь. Это, ну, если не стартовая система, то почти стартовая система. Огонь из орудий. Ну, уровень 4. Нет. Пока туда не полечу. В чем прикол? А, вон, нашел. Не заметил в списке. Эх, только бы там кобр продавался, было бы неплохо. Еще какие-то кораблики летают. Один, второй. Ну все. А, кстати, игрок. Он на радаре. Надо же. Интересно, где он? Вот это может? Это два непися пролетает. А вон там, похоже, действительно игрок. А, я так понимаю, летит к той же станции. Я знаю, конечно, странное такое сообщение. Я же не знаю, откуда этот человек, ниоткуда он, никто он. Да, вот он, похоже. Да, по смещению на радаре он. Уи, человек! Третий, по-моему, кого встретил в этой игре. Так, он где-то здесь, выше меня, да, он, это он. Классно. Мелочь, приятно. Да, он, похоже, тоже летит к станции. Мы с ним в шлюзе встретимся. Видимо, из-за планеты немного сбилось время, с которым он должен здесь прилетать. А он пошел по дуге сверху, над планетой прошел. Я попал в гравитацию планеты и замедлился сильно.
Эх, он сейчас уже там будет. Ну не будет, он уже там вывалился из пространства. Посмотреть бы интересно, чем он летает. Кстати, я только что видел на радаре за мной еще где-то находился еще один игрок. Я его, видимо, в другую локацию кинул, я его не вижу на радаре. Хотя вот сзади кто-то есть. А, нет, есть он внутри станции. Или это он и залетал на оранжевом корабле, скорее всего. Посадочная площадка 34. Вижу вот эти вот антенки торчащие. Да, вон он прямо передо мной. Сядем чуть-чуть. Не зря сюда прилетел в стартовую систему, хотя бы можно поглядеть на других игроков, что они поверить, что они в принципе еще существуют. Landing gear deployed. Это же игрок? Я не перепутал? Да, это игрок. Эксперт. Где-то еще один есть корабль. Этот? Да, смертоносный. Он, кстати, на таком же корабле, как я. А, он в ангар спустился. Понятно. Ладно, пора на посадочную площадку, то еще выглядит со станции, да все подобное. Хорошо-то как. В ангар сразу. Я все-таки надеюсь, что бомба здесь есть. Давайте, пожалуйста, пусть кобра будет на космоверфи. 7 кораблей, ну уже плохо. Вайпер. Все. Ой, здесь нету кобры. Есть анаконда. Ну я ее очень скоро себе куплю. Ну, вайперы-то боевые. Эх, грустно. Значит, не та все-таки планетка. Не та система. Припасы? А, понял. Могу продать ту систему? Могу. Все. И не осталось ничего для каталогов. Поднимусь наверх.
еще на 44-й, то должен дойти на посадку. Это кто? Игрок, небось, шарашится? Да, похоже на то. Я сейчас залечу. Да, обре, да, командир. Надеюсь, успел выключить микрофон. А этот все так же и не сел. Не буду пока полетать, посмотрю, куда у меня, где мне еще здесь можно поискать кораблики. Здесь есть верфь? Нету, видимо, вообще в другую систему, да? Хотя есть что-то на планетах. Ты что есть такое? Наконец-то решил сесть. Ладно, пойду, ладно, будет все там. Остался один игрок, остальные, видимо, вышли. Приземлились и вышли из игры. Ну ладно. Скольких получается? Раз, два, троих встретил. Один на кобре, один на начальном корабле. Корабле и один на чем-то. Блин, мне кажется, показалось, что крутится свой корабль. Кошмар. Может, на каких-нибудь планетах здесь можно купить что-нибудь? Здесь есть космопорт? Ты что такое? Сооружение, стопровка, снаряжение. О, космовер. Ну, попробуем. В конце концов, полетаю, покатаюсь по планете, если что. Надо ножки размять. Честно, ну не знаю, в идеале хочется в стартовой системе купить и бросить здесь стартовый кораблик. Что, его вроде бы продать нельзя? Но только оставить. Сейчас посмотрим, как это все работает. Я очень надеюсь, что кобры смогу купить здесь. И не придется другую систему сидеть за этим. Ну, тут как, повезет, не повезет, наверное. С другой стороны, наверняка корабли закреплены за какими-то станциями, где их производят, где их продают. Что, замедление? Не, рано. Почему замедление? А, попал в область вот этой планеты, видимо. Да, ну вот хотя бы где можно найти игроков? Игроков можно найти в этой стартовой системе.
Нет, здесь все нормально. Интересно, что вот означают метки на радаре под кораблями? У некоторых просто кружочки, у других кружочки мигают на мизоносе эклиптики. Много непонятного, вот так нельзя взять, куда-нибудь навести и посмотреть, что это значит. Нужно это просто знать, или чтобы кто-нибудь другой рассказал. Ну да, здесь такая нужна летная школа местная. Ну вот уже подлетаю к планете понемногу. Надеюсь, с этой стороны это база наземная, а не с другой. Там что? Другая планетка. Еще. Вот звезда. Это летит. Непись. Непись. А, нет, все. Здесь мигают. Ну, по крайней мере, я успел увидеть, что не зря я пролетел мимо планеты. Нужная мне точка находится с этой стороны. По-моему. Да, вот здесь где-то находится эта база. Все-таки нам на планеты. Вот как-то так. И попробую спикировать. Что она кажется очень гладкой планетой. С большими кратерами. Сейчас посмотрим, как на самом деле. База, небось, вообще в кратере он в том находится. Ну, мне так кажется. Ремиссор, привет, на стриме. Так, одну секунду. Сейчас прочитаю, что он написал. Так, стример, проясни про репутацию и как для чего ее качали. То куча миссий не выполнял за федерацию, а с нуля всего до 3% поднялось. Честно, я вот сам начал не так давно играть. Не так много часов наиграл. Летаю сам на самом первом корабле. И в идеале бы тоже на прошлые стримы заходили знатоки по элите. Про репутацию они мне... Про репутацию, вступление во фракции, они мне какую вещь сказали. Пока у тебя нет более-менее нормального корабля, пока об этом не думай. Не знаю, насколько это правда или нет, но мне давали такой совет, причем три разных человека. А по идее нужно репутацию, я так понял, качать у определенного NPC на определенной станции. То есть у всех именно NPC разная репутация. Не репутация, ну, ты понял, разные отношения к себе, NPC на разных станциях. Тут, в принципе, как и в онлайн. Слышу вас отлично. Я в воздухе. Начинаю патрулирование. Штаб, я выдвигаюсь. Если еще услышу тот шум, попробую засечь. Чего-то им здесь не нравится. Патрули. Патрули. Патрул дропшип, эксплойер. Начальник от кораблик. Ладно, а мне нужно... Запрашивать уже стопу. Седьмая площадка. Где она? Где?
четвертая, третья, вторая, пятая, шестая, вот это, наверное. В идеале бы еще здесь пойти покататься. Но именно у... А, здесь минорные, мажорные фракции, я немного не еще путаюсь. В общем, у больших фракций, то есть Федерация, Альянс, я так понял, сейчас вообще медленно качается репутация. То есть нужно брать какие-то навороченные квесты достаточно высоких уровней. Внимание, шасси знаю, что шасси знаю. Диспетчер что-то говорит. Не диспетчер, а громкоговоритель работает. Слышно, слышно. Пойти куда назад. А, кстати, видимо, за неимением другого, похоже, меня посадили на среднюю площадку. Да? Ну, похоже, на среднюю, потому что она сильно больше, чем мне нужно. Интересно. Так, это выключить. Так, заправить полностью. Пожалуйста, давайте. Игл, Хаулер... Леха-муха, и здесь его нет. Мяу. И кошмар. Так, Лолмитио. Брать надо миски от принадлежащей фракции Империи... Империя, фракции, имеющую иконку фракции. А, то есть, если хочешь качать федерацию, берешь вот федеративное задание. Вот это, по-моему, задание Альянса. А вот эти без принадлежности. Ну да, мне тоже об этом говорили, но как-то забыл. Ctrl-Alt пробел, посмотри назад. Так. А, ты имеешь в виду режим свободной камеры? Да, знаю, знаю. Смотреть назад. Еще не очень хорошо эту камеру управляюсь. Смотреть назад, что сзади? Ну, по крайней мере, вид мне нравится. Даже скриншотик оставлю себе. Алмитио, ну я в идеале я хочу себе уже купить кобру. Я даже больше денег в два раза уже заработал, чем нужно. Ремесот. Ну, я вот смотрел стримы тоже тех, кто уже сильно дольше, чем я, играет. После последних обновлений вообще оно медленно качается. Ну, это то, что я понял. То есть, нам, я бы сказал, намного медленнее, чем можно было прокачать раньше. Серьезно? Это вообще большая площадка? То есть, даже не малая? За неимением он их, видимо. Ну да, площадочка охренительная. Но, видишь, на самом начальном корабле, на большую площадку, норм, меня уважает. Красота. Думаю, все-таки здесь действительно будет классно покататься по этой планете. Кориолис, Ио. Ну, кстати, даже сейчас альтабнусь, потому что мне тоже давали ссылку на Кориолис, Ио, но у меня она не работала. Может, там была какая-то
как назвать, профилактика. Так, ладно, одна открывается. Для поиска зайти вот сюда, да? Станция продает корабли. Так, Кобра МК-3 она, по-моему, да? Которая... Я в самой стартовой системе. Сейчас скажу, как она называется. А, так, так. Это у нас система... Оселус Примус. Так, модуль мне не нужно. Управление фракцией без разницы. Так, дайте-ка увеличит перевод дурацкий. Искать в системе. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Это мне без разницы. Одна фракция. Ту-ту-ту. Так. Джамп ту. Джамп сты. Блин, все-таки. Тикс. Куда вам просто надо вводить систему? Такую карту системы, чтобы не мучиться. Селус Примус. А, так, спасибо, сейчас система Миали, да? Там ближайшая Кобра. Сейчас найдем. Сейчас найдем, большое спасибо. Так, поиск у нас где-то... Где он сделан был-то? Вот он. Так. Ну, думаю, так найдет у меня. Нашел? Наверное, неправильно написал. Похоже, придется глазками искать, потому что что-нибудь ввожу, но он ее не находит. А, я лишнюю букву. Я, видимо, о чем-то своем задумался. Так, смотрим. Тун-тун-тун-тун-тун. Минстрин хаб. Здесь на... Да, вот она. Так, смотри, главное есть. Ну так, на всякий случай проверить. Назад. Ну, один прыжок. Сейчас попробуем. Эх, ну не хочу с большой площадки улетать. Аскариолис Ио. Сейчас посмотрим. Ну вот, у меня он, я не знаю, у меня он не работает, этот сайт. Я вот уже из телефона даже попробую, даже с другого компьютера, сидя в институте, подключившись к институтскому Wi-Fi. Ну вот, хоть убей, он не работает у меня, этот сайт. Мне уже его... Я сам его находил, мне... Ты уже второй человек, который на стриме мне его скидывает, но у меня он не работает. Что очень странно. Так, ладно, надо взлетать, потому что пока с планеты-то взлетать долго. Ого, большая платформа. Нифига ж себе там ангарчик. Ну, попробую сейчас. Прощай, моя большая платформа. Ha 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 ha
Крейпшип драйв чарджинг. Так, путь отхода где-нибудь здесь, наверное, да? Ready to engage. А, значит, на цель. Окей. 4, 3, 2, 1, engage. О, я стартанул что, прямо от планеты сиганул туда? Серьезно? Я думал, я буду, как обычно, отлетать от планеты. Интересно, девки пляшут. Быстренько. Так. Нара, работаешь? Сейчас проверим. Блин, не туда летабнулся. Вроде работает, но мне главное не пропустить выход. Хотя бы скорость начать сбрасывать. Нет, у меня просто уже садился на планет, наверное, 5-6. Мне всегда нужно было от них отходить. Но здесь, наверное, это потому, что, судя по виду, это не совсем планета, это спутник небольшой. Видимо, из-за его размера и массы, у него зона действия, его гравитация сильно меньше. Так, учти, тебе понадобится больше, потому как фитить надо. Но, я думаю, даже не прокачанная кобра... Так... Непрокачанная кобра все равно лучше, чем вот этот мой стартовый кораблик. У меня в стартовом корабле, правда, я двигатель прокачал на 11 лет. Но это же все равно. Перелет? Да, перелет. Ну, думаю, 800 тысяч хватит там прокачать какие-то... Ну, хотя бы тот же самый двигатель. Но я, конечно, и не думаю о том, что сейчас я смогу разжиться каким-то супер навороченными и очень классными вещами для кобры. Ой, да, вываливаться. Спасибо. Так, вход, по-моему, у него будет сверху. Что-то внизу я не вижу антенн. Держи траст в белой зоне. Ну, ты имеешь в виду вот эту отсечку. Ну, это я понимаю, уже знаю, просто пропустил момент. 100 м/с. Я уже себе здесь такой, чтобы совсем уж сильно, как там на первом стриме, когда я только запустил игру, чтобы совсем уж не позориться, и решил себе провести такое, как сказать, небольшой курс тренировки, и поэтому я летаю. Так, зря, а нет, нет, у нас удар. Потому что в первый раз и посадки ужасные, и вылет был с... Так, в общем, тебе нужно 7 336 840 кредитов на хороший фит, то, что у меня сформирован. Ну, я, конечно, предполагал, что много нужно. Вот как раз таки. Ну хорошо, вот этот сайт хотя бы работает. В принципе. Надо будет с ним разбираться. Блин, опять что-то кто-то пишет.
Я хочу отвечать. Так, сохраню себе это. Так, так, так. Это не диссертация, точно? Это просто другие закладки. Ремесот. Ну, я, в принципе, как раз-таки летаю сейчас, чтобы сменить кораблик. То есть накопил денег, и вот сегодня я именно искал его. Ну, Лоу Митио мне хотя бы подсказал, где его найти. Сейчас надеюсь, он будет действительно здесь. Игл, Хаулер, Ада, Вайпер. Вот, есть Кобра здесь. Все, хорошо. Так, ну... Я как-то уже привык к стартовому кораблю, уже даже не хочется покупать новый. Ну ладно, приобрести. Так, что такое? Купить новый корабль и продать старый. Купить новый корабль и поместить старый в хранилище. Ну, как думаете, наверное, лучше... Продать вообще этот стартовый корабль, он мне как пригодится вообще, нет? Я думаю, нет. Так. Прогрейт FSD только лети. Нахи, нахи, нахи. Хорошо, получил нахи. Хотя бы какой-то совет, куда лететь дальше. Продать? Ну ладно, давай. Продать так продать. В конце концов, его купить ничего не стоит. 40 тысяч. Да, подтвердить. Тун-тун-тун-тун-тун. Давайте. Будет какая-нибудь заставка или просто меня так вытащат двумя руками большими из одного корабля, посадят в другой. Все, даже не дадут из него пересесть. Да, даже в него не дали пересесть. Ну вот, коброчка наконец. Такая блюдца. Эх. А, ладно, посмотрю, что за видосик. Сейчас открою. Двадцать одна минута. Но посмотрю его потом. То есть оставлю. Смотрю попозже. Так. Службы космопорта. Снаряжение. Так, что у него? Ну, у него, в принципе, по-моему, стоят такие же лазеры, да? Так, так, так. Общая масса. Переключатель. Минуты, текущая масса, баланс. Так, стоимость страховки 17 тысяч. Ну да, не 10%, как я думал, ладно. Раскраска. У меня, кстати, должно уже быть что-то. Нет? А, то есть на кобру это не распространяется. Да? Наклейки, приборные панельки можно красить, интересно. А, нет, у меня есть какие-то окрасочки. Темно-синие. О, Ван Хельсинг, привет. Рад тебя здесь снова видеть. Желтая красочка, темно-зеленая, песок пустыни, розовый, красная земля. Вот либо песок, либо красную землю. Не знаю даже, куда поставить. Темно-синяя, но это ближе к стандартному. Наверное, возьму
краску пусть дают. Да, так мне больше нравится. Ладно, посмотрим, что там под... Ух! 4 гнезда, 2 внизу и 2 средних наверху, да? Так, ладно, это я пока трогать не буду. Крепление общего назначения. 2 штук. Где что в них можно? О, разбрасывать отражатели, сканеры. Ну, сканеры это следовые сканеры. Так, защита. Катапульты тепловые. Так, окей. Обязательно внутреннее. Что у меня здесь? Переборки из легких сплавов. Силовая установка 4 уровня. Маневренные движки. Рамочно-сместительный двигатель. А, у меня уже 4. А, то есть вот все, понял. 4Е. Так, ну это классы. У меня сейчас на 10. 10 световых лет. То есть это при максимальной загрузке корабля у меня будет 9. Угу. Получше вот есть 50 тысяч. 4, так, ну мне в принципе с четверкой надо смотреть. Ну вот, самый хороший за 1 600 000. Еще есть получше за 500 тысяч. Да, у меня немного не хватает. Валмита, так. А, поставь фуел скуп. А то придется звать топливных крыс. А, ты имеешь в виду топливозаборник, понятно. Тоже подумал, надо его только найти. Топливный бак на 16 единиц. Ну, по крайней мере... А, нет, не самый лучший. Здесь есть другие, других классов. А, ладно. Энергоузел, с тем жизнеобеспечение. Тут еще не очень знаю. Не обязательно внутренний, наверное, здесь. Базовый сканер, комплект сближения с планетой. Наверное, здесь топливозаборники, да? Или я ошибаюсь? Блюдечки для георазведки, сборщики. Так, это все для копания. Тун-тун-тун-тун-тун. Стыковочный компьютер, но я вроде без него уже научился. Так, вот топливные... А, топливозаборники, вот они. Так, что там за ссылочка? Что за ссылочка? У нас есть топливо. Интересно. А, то есть это что? Кто-то занимается тем, что спасает корабли, которые остались без топлива? Молодцы, ребята. Конечно, я вижу, что это не бесплатно. Так. Топливозаборники, чем они отличаются? Энергопотребление, время загрузки, интенсивность забора, класс. В принципе, у меня хватит на любой. Два А. А, то есть самый навороченный сразу. У него интенсивность хорошая, жрет энергии, правда, много. Узнать побольше. Так, автоматический процесс, так, заборник, так, возможно, только у звезд определенного класса, так, 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 а. Ну ладно, давай куплю, действительно, почему нет, да, купить, а, да сейчас тут полечу, дай посмотрю. Генератор, стеллаж. Мне вот что интересно.
Мне просто еще сразу хочется обязательно... Мне хочется обязательно гараж для планетарного транспорта себе на корабль. Ну вот не могу понять, чем они отличаются. Ну, потребление, энергия, масса этого 6 тонн, этого 12. А, то есть за 6 тонны просто жрет много энергии. Окей. Что ли его? Все равно здесь стоит стеллаж на 2 ячейки всего. Где поставлю? Да. Ячейка транспорта, посмотреть магазин. 5000? Серьезно, он всего 5000. Отлично. Так, хотел кое-что еще глянуть. Так. Ну, в принципе, остальное у меня все есть. Общая масса. Так, скорость ускорения. О, сильно у него. Ну, так, чуть побольше. Мощность щита. Стоимость страховки. Ладно, гнезда кораблей пока. Орудие все то оставлю. Так, по видео двигаться. Нади. Давайте включим видео. Всем привет, это Аед. Кому надоело корибатить дерьмишко в Целосе и Сотисе? Кому нужны бабки в нормальном количестве? В нормальном количестве, чтобы не ссаться за страховочку. Мы предлагаем... Дайте промотаем, может он дальше не будет. Так, чернить. Родину, столицу коммунистов наших, русских. Вот она родная. И конкретно McLaren Vision. Очень простые. Простые настолько, что можно их делать буквально на сайдвиндере. Но мы для этой цели используем Идол. Я наставлю в фоне. Берем. У меня, в принципе, все нормально с ним. Так. Пока найду эту планету, эту систему, посмотрю, сколько добираться. Так, что там? Валмита. Да, у икушников и у бастардов всегда срач. Ну. Питим. Так. Игла. Самым дешевым способом. Единственное, нам нужны здесь нурсы. И обязательно не забудьте взять карго. Потому что миссии с сувенирами и подарками вы брать тогда не сможете. Это что такое? Оу! 161. Кошмар. Охренишечки. Обзор системы. Ван Хельсинг не ставил я за свое управление. Обязательно нужно покрасить свою иглу какой-нибудь симпатичный. Интересно, во что он красит мне просто? Ты говорил не обращать внимания на покраску. Ну, конечно, я понял уже на приборной панели, что... Систему... очень сложно. Зачем это делать, а? На приборной панели. Карибас полетел. Тренируйте маяк. Потому что приехав туда первый раз, сюда первый раз, у вас, ну и разумеется, приехав в систему, обязательно отсканируйте маяк. Потому что приехав туда первый раз, сюда первый раз, у вас не будет никакой информации в системе, и вы не найдете город. Как сканировать маяк? Для тех, кто уже меня 100 раз спрашивал и только что тоже нас спрашивали.
Едем. Так, первым делом я поставлю здесь закладочку себе. На всякий случай. Если вдруг мне приспичит туда не лететь или еще что-то. Находим тело маяка. Так. Выбираем таргет. Окей. Упор к нему подъезжать не надо. Надписей на нем нет. Все сканирование проходит автоматически. Мне интересно, Сотис. Сканируем маяк, получаем данные. То есть у меня данные-то уже есть, понятное дело. Но у вас все появится, вся система будет расписана, как положено. Так же называется? И нам, собственно, нужна вот эта... Нет, не так называется. Мы попытаемся отсюда свалить, потому что другие корабли нас послушают. Точнее, меня послушают. Ну ладно, для начала все-таки действительно давайте-ка сюда слетаю. И не буду летать себе мозг. Кошмар. Так, грузовой ковш, шасси, бешеный в полете. Так. Идь, куда ты закрылся? А, он уже просто улетел, ясно. Ну, кстати, а я поставил топливозаборник вообще? Так, кстати, базовый сканер поставить сюда. Двигатели, так. Питание, да, вот топливозаборник на месте. В этом все, с этим все нормально. Так, Ван Херс, прикол, надо будет до нашей Солнечной системы долететь. Прибыли на станцию. Так, и начинаем заниматься. Ну да, знаю, что нужно качнуть. А точнее, банальным диалогом. После получения дружественной репутации, точнее даже союзной, вам будут выпадать очень жирные миссии. И поэтому можно будет сидеть и выделываться, перебирать харчами, выбирать самые жирные. При этом миссии там на 5 миллионов убить скримеров. Выбираем самое такое вкусненькое. Года МК-2. Ну, 3 миллиона можно посмотреть, какие там призы. Ну, да, немного. Постыл, наверное, в чай могу подумать. Ну что, обмыли корабль? Первым столкновением на выйти со станции. А, опять какая-то ссылочка. А, ранги репутации. Это я уже знаю. Утверждение незаконных проникновений. Ну какое незаконное проникновение, ну отвалите. И влогаться до посинения, пока не наберем 20 миссий самых. По-моему, в Дахане у меня была одна из первых миссий. Обратите внимание на миссии, которые на Харрисон Спалейшн. В принципе, туда можно даже не летать. Ну, эти же миссии будут засчитываться на не свадьба клейм. Все, отменим пока. Не буду дальше смотреть. Не буду пока дальше смотреть видео, потому что, ну, в принципе, он же рассказывает про миссии, про все остальное, и не будет лететь туда. 4, 3, 2, 1, engage. Так, Вал Мита. Как ваш ник в элитке? А, ну, в элитке юзап. То есть, например, название канала, только без из. Топливозаборник. Заработало. Ладно. Так, что такое? А, нет, Ван Хельсик, я не в одиночку, ну как, зашел в сеть. В принципе,
так не очень интересно. Ну и в принципе различий сильно я не вижу. Знаю. Различия сильно я не вижу между одиночной игрой и такой. Разве что больше кораблей и иногда и нескольких людей я встретил в начальной системе. Так, года МК-2, что за микрофон у тебя? Электретный стик, 360 охват. Да нет, какой-то. Лоджитековские наушники простенькие. На них встроенный микрофон. Ничего тут особо навороченного. Не прыгай с короны, дурень. А я люблю прыгать из короны. Что с этим не поделать? Ну, поломается, ну, в конце концов, не так уж сильно. Уже не раз так делал, особенно в начале. Ну, 90%, 80%. Ну, ладно, пока более-менее нормально. Мой ник вот такой. В чатике. Могу, конечно, продублировать Twitch. Не знаю, надо, не надо. В принципе, так, есть ссылочка. У меня в Steam и везде, в остальных местах. Так, прыгну. Да, с топливным заборником уже как-то приятнее. Так, года М2К. Описание, которое было предложено на микрофон, признал, что ручное положено все более плохо. Ну да, ничего навороченного, никаких. Также на трансляции не. Так, вон, вижу, пришло что-то. Сейчас посмотрю, Алмитио. Так, нужно огибать. Блин, так быстро зарядился. Так, а что здесь? Огонь из орудия. Уровень 1. Ну, слетаю, почему нет? Так, заявка, друзья. Ну, примем, почему нет? Так. Блин, закройся, зараза. Я, в принципе, в ОБС я уже копался, ну, сколько, часа два в настройках ставил и чатик туда, и подписчиков, и, ну, все, что надо. Ну, как-то, честно говоря, может быть, просто не хочется постоянно с этим возиться. Ну, вернулся к Shadowplay, да и все. Scan detected. Кто меня сканирует? Все, бой начался. Да нет у меня ничего стоящего. Ну, может у тебя нет ничего стоящего, но я хочу с тобой попробовать подраться. Тем более, что я не один. Такие, как у меня там были, они похожи вообще курсовые. Так, есть? Да, так оно и есть. Такие. Именно у меня пользуются. Ну так все хорошо. На. Неудобно получилось. Все-таки был какой-то автодонаводка.
Ти-ти-ти-ти-ти. Я обглодаю твои кости, сосунок. Блин, да что ж такое? Если что, на чатик сейчас посмотрю, потому что нужно приноровиться стрелять. наконец-то. А, есть небольшая донаводка у фиксов, но совсем в маленьком месте. Ох ты ж! 23 тысячи, вы шутите? Воу. Ах ты ж! Суровый федерал, прямо в обломки влетел. Так. Хайвейк по нулю, след... маршрутник. Так. И место, к слову, кое лучше, лучше вешать на кобру. Валмитео. А так лучше фиксы для выпрямления рук нужны. Да у него дробаш плюс ракета. Ну да, это я видел. Чтобы стреляло. Стреляет все. Некоторые холостыми. Ну да. Особенно когда руки кривые, тогда чаще всего стреляешь холостыми. Ну, я думаю, они здесь уже все собрали, материалы, не буду собирать. Тут и так далеко лететь. У меня остается немного времени на игру. Сегодня. Больше перенести на часть на щит, остальное все. 4, 3, 2, 1, engage. Ну, кстати, я вроде читал, что не у всех звезд можно, в принципе, заправляться. Я так понимаю, нельзя заправляться, например, у белых карликов. Там, ну, подобных небольших планет. Давай. Валмитео, я думаю, ты же теперь у меня, если ты сейчас зашел в сеть, ты меня должен показываться на карте. Так, стоп, сейчас я, чтобы не разбить себе ближайшую планету. Сейчас звезду корабль. Притормажу там чуть-чуть. Так, стоп, притормажу, а мне, по-моему... А, нет, нет.
Fuel skipping. Какое топливо наберу? Карта галактики. Ты у меня где-то должен показываться, нет? Метки друзей. Nope. Smoking barrel, привет. О, ну, куда летим? Летим в Надии. В Надии летим. То народ посоветовал полететь, поэтому летел туда добраться. Только я далеко. Ух ты ж, ёкарный бабай! Блин. 22 тысячи световых лет. Прошу прощения, но твою же ж мать! Ой, ладно, там... Так, код МК-2. Здравствуйте, я исследователь. Посмотрите на карту. Я часто упоминаю топливозаборник. Он мой родственник. Кошмар. Блин, такое расстояние. Даже если вот так делать, я не могу отдалить до туда. Могу только так посмотреть. Ладно. Полетел-ка я дальше. Я, кстати, лечу противоположно от тебя сторону, как я понял. Я со стороны прыгаю. Волнитель, ну, потом, наверное, посмотрю видюшку. Так, 10. Кстати, я думал, что нужно, чтобы прыгнуть, обязательно направить нос корабля в этот круг. Сейчас смотрю, не обязательно прям в круг. Хотя это странно, здесь точность должна быть высокая. Кстати, интересно. Тут неизвестное. Ой, блин, я там не взял 23 тысячи. Идиот кусок. А эти деньги я, в принципе, могу... Что, взять-то только в этом? Только в той же системе, в другой системе я не могу взять эту награду, да? Этот ваучер будет висеть, меня мучить. Ладно, фиг. Так, у меня между тем сбился маршрут. Так, куда? Это туда. Frameship drive charging. Волмитио, а ты туда? Так, стоп, народ. У меня главный вопрос. Есть. Shadow Wisp. Это Волмитио. Года МК-2. Ты тоже, я так понял, куда-то улетаешь на исследование, не пойму куда. На карту в центр галактики. Волмитио, ну как там в центре галактики что-нибудь... О, кстати, а здесь есть... По-моему, вот на эту планету сел игрок. Если я не перепутал маркер. Ну да ладно, суть важно. Так, ну что, следующая цель будет накопить... 1,5 миллиона и поставить себе движок получше. 4, 3, 2, 1, engage. Мой.
То есть вам, в принципе, пришлось... Я знаю, что на карте можно двигаться. В принципе, пришлось так далеко добираться туда. Кстати. А я вон простым исследованием занимаюсь. Исследую уже открытые планеты. Точнее, звезды скорее. Ой-ой-ой, слишком близко. Расканирую, чуть-чуть заправлюсь. Я улетаю умирать в зону конфликта. Принимаю дуэли и умираю от неписи, не входя в бой. За рейтингом не гнался особо. Будет там, допустим, у меня КД-02. Ну и фиг с ним. Сейчас смотри, набиваешь ранг на... Затем прыгаешь. Там на иглу летишь в соседку, фармишь. Релог. Миссии консоветы. Ну, посмотрю потом. Сейчас в любом случае уже их не буду. Я, честно говоря, сомневаюсь, что мне хватит сейчас времени долететь до цели путешествия. Потому что у меня, в принципе, время сильно к концу уже подходит, который я отводил себе на поиграть. И уже нужно заниматься сегодня диссертацией. 4, 3, 2, 1, engage. Потом фармишь дронов. Ну, посмотрим Лалмиту, я посмотрю это видео, тогда потом на досуге. Интересно, посоветует. Мне, в принципе, какую-то цель пока найти. Потому что, я говорю, я не стремлюсь побыстрее нафармить там на какой-нибудь... Никогда не стараюсь нигде набрать рейтинг, выбиться в топ, либо получить себе самый хороший навороченный кораблик. Потому что, наверное, мне это не особо интересно. Просто я играю, чтобы хорошо провести время. Не видел серебристых звезд. Да, уже сколько прыгнул, ну, в сравнении с самым начальным кораблем не заканчивается. Так, где-то за звездой, да, место выхода за звездой. Warning, temperature critical. Вдруг на фармер там миллиард за день. Ну, может быть. Посмотрим. Для меня главная задача понять, зачем мне, например, нужен тот же самый миллиард. Это уже совершенно другой вопрос. Ну, давай, уже отлетел. Warning,
Я же хотел посмотреть на карту галактическую. Ладно, потом. Года МК-2. Мне просто интересно про аутизм, психологический возраст и все остальное. Это ты вообще к чему? Жалею, что не слышу. Может, надо было объяснить, потому что я, честно говоря, не понял даже, где была шутка. Fuel scooping complete. Warning, temperature critical. Fuel scoop disengaged. Skimix Game, привет. Так, что он? Да он странный какой-то тип. Вчера у другого на стриме... что-то подобное гнал. А что и зачем? Ну да, бывают люди. Иногда бывают люди, которые просто пургу гонят. Иногда бывают люди, которые вроде пытаются что-то... как сказать, что-то нормальное рассказать, но... Никто не понимает, к чему и о чем. То есть, вот, как-то так. 4, 3, 2, 1, engage. А между тем я опять не посмотрю карту. Ага. Skimix Game полностью с тобой согласен, что это странное какое-то общение, хоть и на отвлеченные темы. Хоть как ни называй. Все это странновато. Да почему откуда такое ускорение? Ван Хельсинг, ну, удачи тебе в Planetside 2. Все-таки поставил. Также не передумал идти за новый конгломерат. Ну, лететь еще очень и очень много. Кстати, самое интересное, у меня топливо закончится только где-то здесь. Нифига ж себе топливный бак. Валмитео, ты тоже пошел, я так понимаю? Если да, то удачи. Спасибо за совет, в любом случае. Так, опять огибать звезду. Эх. Если кому-то было интересно, то... Классическая, наверное, просьба это подписывайтесь, ну, в конце концов, если не на Twitch канал, то на YouTube там просто собираются все видео из Twitch'а и старые там же. Так, Ван Хельсинг. Не, СВ зовет. В голове иди за СВ. СВ, заванушников имеешь в виду? Все-таки возвращаешься к своим корням, да? Понятно. Я тоже долго думал, поиграть сегодня в Planetside или все же зайти в элитку. Но не смог побороть желание приобрести, наконец-то потратить деньги, приобрести кобру. Ну как, зайдешь, приобрести кобру, обязательно захочешь сигнал залететь и все такое. И застрянешь. Во сколько? Уже часа два, наверное.
снимаешь. Ладно, сколько прошло времени, пойму, когда закончу стрим. Когда счетчик будет. Не заметил, не засек время. Ладно, вам, давай, удачи. Заходи как-нибудь еще, если вдруг что. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Как не могу привыкнуть к отсчету перед прыжком. Ты сегодня так вот смотрел, ну там с элиткой сравниваешь, ой, элитку сравниваешь с Евой или еще с какими-то играми. Но вот я понял, с чем мне хочется сравнивать, наверное, больше, чем с Евой или еще чем мне хочется сравнить с космическими рейнджерами. Я же так подумал, может поиграть в космических рейнджеров? Ну, не знаю даже. Они у меня даже до сих пор установлены. Наверное, космические рейнджеры — единственная игра, которую я не удаляю. То есть даже удаляю, у меня обязательно сохранение, все файлы такие настроек на компьютере. Все это остается. Fuel scooping. Frameshift drive charging. Держи, что быстрее. Сканер. Да, сканер быстрее. Так прикинул, наверное, где-то около 16 пушек. Да, той планеты. Ну это если по прямой попрыгать. Так, наверное, около 20, не меньше. Двадцать восемь, хорошо. Warning, temperature critical. Воу, слишком близко подошел. Да быстрее. Warning, taking heat damage. Не-не-не, я отхожу, хватит. Хватит меня жарить. Fuel scoop disengaged. Warning, taking heat damage. Да, маневренность, конечно, чем у начального, у него сильно ниже. Сразу заметно. А, я уже просканировал ее. Так. Как у меня там с прочностью всех модулей-то? 50 в некоторых, 80, 100. Посмотрим, интересно, есть ли здесь какой-нибудь порт рядом? Откроем карту системы, поглядим. Может залететь куда-то, потому что я хочу уже заканчивать. Но хочется где-нибудь припарковаться. Ну, кстати, много чего тут есть. Очень даже много чего. Много на какие планеты можно сесть. Красота. Угу. Сейчас посмотрим, ладно, какой из них ближайший им будет. Есть все, что надо. Да, здесь есть все, что надо. Отлично.
Так, где ты у нас находишься? Ну, почти за звездой. Fuel skipping. Ну, сейчас заправлюсь до конца. И полечу на планету. Кстати, интересно, идет ли износ топливозаборника при заборе топлива от звезды? Ну, хотя у меня они уже повреждены, это я не смогу, наверное, посмотреть. Да хватит тебе с температурой, нормально. Какой-нибудь неопознанный сигнал, последок поймать. Ой-ой-ой-ой, улёгся. Разглядываем окрестности. Перелет. По-моему, нет. Помогите нам отпраздновать это счастливое событие. Ну, я бы помог, если бы знал где. Не поздно, источник сигнала. Свадьба? Нет, рассредоточение конвоя, уровень опасности 0. Ну вот рассредоточение конвоя, по-моему, это просто... Как его назвать? Там, на что можно напасть. Микс Game. Так, стримишь несколько потоков? Да, вроде нет. Ты имеешь в виду, что имеешь в виду под тем, что на несколько потоков? Так, в принципе, да нет. Вроде только на Twitch. Это опять рассредоточение канала. Ходи. Интересно, какого цвета. Кстати, а вот такую станцию именно в красной расцветке с рекламными щитами вот такими я не видел еще. Нет. Skimix Game. Я только на Twitch стримлю. Отсюда на YouTube потом экспортирую записи, все. К сожалению, вот Shadow Play для меня единственная проблема. У него небольшой функционал. То есть стрим только в одно место, никаких тебе чатиков. Все такое. Все просто и красиво. Никакого совершенно влияния на производительность не оказывает. FPS, например, в играх совершенно не падает. Качество вроде неплохое. Стоит это все отремонтировать теперь. 300 кредитов, да вы шутите? Ну, припасы мне не нужны, запчасти, доска объявлений, контакты. Ну, лучше не здесь делать. Стоп, у меня же должны быть штрафы. Ну, ладно. Ой, извините.
Если что здесь продается. Ну, по-моему, почти везде продается. Кобра МК-3. Тон. Тип-9. Это, по-моему, грузовик мощный. Ладно. В любом случае, мне интересно сюда заходить. Так, здесь можно продать немного данных о системах. Слихой отбиваю ремонт. Так. В принципе, я хочу вот еще мне сделать. Знаю. Не, неплохо выглядит в такой расцветке. Закройся. Думаю, где-нибудь по дороге до этой системы, до этой Наджи, может завтра, может послезавтра, хочу именно залететь на какую-нибудь планету и там покататься, пособирать материалы, поискать, какие там есть интересные точки. Интересные точки, интересно, да, звучит не очень. Здесь у меня что? Боевой ранг в целом безвредный, мелкий торговец, исследовательский ранг, ранг CQC, этот я даже не знаю, что такое. 6% приветливой репутации Федерации, а у Альянса небольшая. Нормально. Так, чего там такое? А, вот это вот точечка, видимо, не точка, а отметка. Показывается, я так понимаю, куда и что я лечу в пространстве Федерации надо. Потому что это, по-моему... Или я здесь нахожусь. Два варианта. Ну и главное, думаю, надо менять нестандартный цвет интерфейса, потому что в нем почему-то стал быстрее раздражать, чем стандартный оранжевый. Так, ну здесь у меня ничего интересного. Также 28 прыжков до Наджи. Разве что перед выходом хочу посмотреть Наджи. Вообще в чьем пространстве находится. Так, здесь политическая карта. А, стоп. Наджи ни в чем пространстве, так? Ладно, а рядом вот этот вот, кто салатовый? Анкорд. Независимые системы. А, какие-то отметки пылись. 2, 7. А, там, видимо, находятся правители. А, стоп. Нет, это не Анкорд. Да, вот. Тоже независимые, но уже Ли Йонг Ру здесь правят. И где-то он должен быть, наверное, в этом пространстве тоже. Наверное, точка номер 9. Ну, я так предполагаю просто. А, нужен обзор сил в галактике, точно. Пространство для экспансии. Не нужно мне ваше пространство для экспансии. Я хочу посмотреть, кто здесь у меня вообще находится рядом. Альянс. Так. А, Федерация у нас синенькая, да? А красный кто? Федерация. А, синяя это империя. Альянс зеленые. Так, это тоже империя. Федерация оранжевая. Я, честно говоря, склоняюсь в дальнейшем присягать Федерации. У меня есть пока такое мнение. Кому? Кому это большой еще вопрос. То есть галактика, вот она, огромная. Вот здесь
Один из зрителей где-то находится. А вот здесь эти маленькие империи. Ну как, конечно, относительно маленькие. А вот тут вообще козявочка. Нет, я еще не здесь, я где-то вот здесь колбашусь. Маленькая козявочка на небольшой станции. О, да, большой этот мир получается. О, кстати, в Кобре второе есть место посадочное. Интересно. И хочу обновление. А там, похоже, койки. Ну, мне так кажется, судя по покрытию. Кто-то... Какой-то кораблик. Большой поднимается. Поворот камеры куда? О, орка. Орка. Кстати, почему-то почти всегда справа от меня слетает орка. Ну ладно. Ну тоже небось, Так, ну ладно. В принципе, то, что я хотел на сегодня сделать, пересел на Кобру. Получил очень дельные советы по некоторой комплектации и всему остальному. Ну и вдобавок сделали мне предложение, какую себе цель поставить, куда мне лететь. В какой части космоса жить. Ну туда я и полечу в следующие разы. Следующая пока будет у меня задачка, это, думаю, даже не копить деньги, я хочу покататься по планетам. Изучать планеты, посмотреть это все. Посему... Нет, не на рабочий стол, в главное меню. Посему я думаю, что буду завершать. А, кстати, вот здесь связь. Теперь она работает, теперь мне есть с кем общаться в элитке. А вот друзья частной группы. Отлично. Ладно, думаю, что на этом я буду заканчивать. Большое спасибо всем, кто заходил на мою трансляцию. Очень надеюсь, что вам здесь не было совсем уж грустно и печально. Если было интересно, подписывайтесь на, наверное, не столько на Twitch канал, сколько на YouTube. На YouTube я загружаю все видео с Twitch. Он есть в описании канала, есть ссылочка. Ну, а на Twitch, если вы хотите смотреть прямые трансляции. Никакого расписания нету, просто стихийные трансляции, можно так назвать. Ладно, все. Всем большое спасибо. Удачи и не болейте. Пока.